вообще-то артист создан, чтобы показывать свое искусство не только в одном театре, а и гастролировать. Это его судьба. Это судьба артиста. И если нет гастролей, человек немножечко начинает унывать, начинает такой тормоз происходит в творчестве. Он обязательно должен показывать свое искусство. Он должен обязательно выезжать на гастроли. Вы же не забывайте, что у нас идет война, еще и коронавирус. Это как живительный глоток для артиста, что вот он выехал. Вы увидите, как они сегодня будут петь, и вы увидите, как они сегодня будут исполнять свои партии. Они будут жить этим. И после этого они вернутся, и еще больше будет, с большим вдохновением, творческим таким посылом мощным, будут выдавать у себя на сцене. Артистов порядка 190 человек. Это и оркестр, и хор, и балет. Конечно, подготовка, она требовала особого организационного периода. Время шло, трудности были по финансированию, но они руководством Министерства культуры и руководством республики были решены. Так что я думаю, что мы приехали, невзирая ни на какие трудности или там какие-то невзгоды, мы все живы, здоровы и находимся сегодня в Москве.